Я бы хотел сказать огромное спасибо всем участникам, которые присутствовали на бизнес-игре по количественной оценке. Отдельное спасибо спонсорам и организаторам игры. Это компания Palisade, компания Deloitte, Институт стратегического анализа рисков и портал Риск Академия. Спасибо огромное, что придумали идею этой интерактивной игры. И спасибо всем вам, кто присоединился к нам, чтобы попробовать на своей шкуре пройти этот путь количественной оценки. И мне кажется, два, наверное, ключевых, два самых интересных вывода, которые мы смогли сделать на основании этой игры. Это первое, то, что количественная оценка рисков позволяет перестать говорить на языке рисков и начать говорить на языке бизнеса, то есть уже делать выводы, которые важны непосредственно для руководства, для совета директоров, и вовлекать непосредственно в этот анализ всех ключевых сотрудников в организации. Ну и второй вывод, который мы сделали, что на самом деле количественная оценка — это совсем не так просто, как может показаться. Это требует определенных компетенций, требует терпения и огромной силы воли для того, чтобы использовать всю эту информацию из разных источников, которые зачастую противоречат друг другу, чтобы вывести какую-то единую позицию менеджмента компании. Я надеюсь, вам, как участникам, эта игра очень понравилась, вы получили удовольствие от игрового процесса. И расскажите об этой игре своим коллегам. Если появится у нас большое количество желающих, мы точно так же бесплатное мероприятие проведем еще раз до конца этого года. Вы сможете зарегистрироваться на него в ссылке под этим видео. Всем спасибо и до скорых встреч!